Я не знаю, хватит ее. Ну надо, я просто из того, что вы боялся корову. Я могу вывести, да? Никогда.
билетов в пачку, ты получишь водогайку. Кто еще желает помочь, пожалуйста, подсоединяйтесь. Лопаты! Получим заначку. Ребенок, кто потерял шарфик? Посмотрите внимательно, мамы, папы, дедушки, бабушки, чей шарфик? Кто потерял шарфик? Дорогие друзья, перед вами лучшие моржи Ульяновской области, которые в этом году участвовали в летних, зимних заплывах через реку Волга, международном турнире хлодового плавания в городе Тюмени с участием 8 стран мира. Второй раз у вас официальное соревнование, вы будете покорять не просто 25-30 метров, вы будете преодолевать прежде всего сами себя. Я искренне вам завидую, вашей воле, настойчивости. С наступающим Новым годом! Открытие сезона объявляю, зимний сезон объявляю открытым. Участники награждаются за летний заплыв через Волгу, дистанция 4 километра. Заплыв был посвящен Дню военно-морского флота. Неоднократно переплывает реку Волги. Самый большой в состоянии он проплывал 600 метров. Он плыл в основном составе в зимнем заплыве через Волгу, который был 24 ноября. В прошлом же году он пробежал 100 километров без остановки. Волков Юрий Борисович. Волков Юрий Борисович был также членом основного состава, переплыв через Волгу. Время нахождения. Лариса, это активный член нашего клуба, тоже переплывал через Волгу. Поздравляю. Это чистый инстинкт женский. Комаров Александр Иванович. Ура! Комаров Александр Иванович является лидером сборной команды. Переплывал через Волгу, время нахождения 15 минут. За это время он проплыл тоже 10 метров. Сердюк Александр Дмитриевич. Супер. Один из молодых у нас участников заплыва. Молодежь рулит! Мусатов Владимир Александрович!
Мусатов Владимир Александрович является студентом факультета физической культуры, пловец. Он также переплывал через Волгу, летний заплыв. Аплодируйте, согрейте за то! Шевченко Ирина Олеговна! Шевченко Ирина Олеговна является студенткой второго курса. Третьего курса уже, третьего курса Ульяновский госуниверситет. Студентка, красавица! Все там 30 штук. Еще раз поаплодировали, поздравили друг друга. А мне медаль будет. Правильно, правильно. Вот у нас кто? Красавица, спортсменка. Просто красавица. Дорогие друзья, ну а сейчас, прежде чем нырнуть в прорубь, надо хорошенько размяться на снегу. И это сейчас вам продемонстрируют наши моржи. Встали по командам. Кто перетянет, тот первый будет нырять. Быстренько все. Быстро-быстро, по 5 человек. Быстренько разобрались. Юра, где у нас богатыри там? Музыка. Искуделя в сердцах молодецкая. На середину. На фланг, на обстрел. Так, дорогие зрители, подбодрите команду моржей, команды ВДВ. А стоп. Ну-ка ушли вот на эту вот. Вот нужно что, перетянуть-то на середину. Сюда. Вот так. Вот так. Отпустили. Внимание. Начали. Который должен похолодить воду. Настоящий. Больше. Иначе прорыв. Здоровья вам. И ну что еще может быть у здорового человека? Люди ведут очень активный образ жизни, поэтому приглашаем вас присоединяться к нашему клубу. Мы практически открыты каждый день, суббота, воскресенье, с утра до вечера. Владимир Владимирович является истинным проповедником здоровья Деда Мороза. Да, ну тут точно можно еще раз богатырей включить. Ну-ка снегом, давайте, все. Растирайся. Ну что же, а вот теперь снова имеет право сказать владыка морской Нептун. Знаком всех. Уважаемые зрители, участники, все прекрасно, с наступающим праздником вам счастья, здоровья, долгих лет жизни. Хотите не болеть, пожалуйста, к нам подсоединяйтесь. Я вам скажу одно, медицинские... Дорогие зрители, у нас идет одна из стареющих моржих, женщина, прекрасная спортсменка, неоднократная чемпионка Российской Федерации Мария Анатольевна Кислевич, которая выступает на крупных соревнованиях. Пожалуйста. С ней ныряет тоже Сергей Александрович. Он является начальником отдела департамента физической культуры и спорта Ульяновской области.
вам, что надо. Ваши деньги, наши постановители и командиры. Юра Волков, он тоже герой. А проплыл через Волгу и холод долой. Данек Комаров, к ним присоединился. Минут за 15 в ледяную воду попустил. А на самом деле, метров 50, прыгнули все в воду. Целый был парад. Но этого нам мало. Волга позади. Мы в Тюмень забрались. В озеро войти. Пожалуйста, обратите внимание, прекрасные моржи получают заряд бодрости, долголетия. Кстати, сейчас модно всевозможные омолаживающие процедуры. Здесь далеко ходить не надо. Нырнул разочек, 5-10 лет бросил себя. Так что, пожалуйста, обратите внимание, какие у нас закаленные девочки-моржи, женщины. Прекрасный пол. И мужчины замечательные. Попробуйте, ничего тут страшного нет. Биологический возраст моржи по ученые измерить на 10-15 лет моложе становится человек. Потому что клетки плохие, больные, отмирает, нырнул разочек и все в порядке, оставил покой. И поэтому в православной вере есть такое, такая молитва. Жгучая вода, шрабобожия, худоба. Все плохое, весь негатив, все уходит. Поэтому присоединяйтесь в ванны, в души, после бани, кратковременно. Выйди на снег босыми ногами. Каждый снег, каждый шаг по снегу, Порфирий Корнеевич Иванов говорит, это шаг к здоровью и долголетию. А сейчас будет говорить Игорь Александрович Самойлов. И совсем недавно его назначат министром внутренней политики Ульяновской области. Он присутствует здесь с Натальей Николаевной, тоже его заместитель. Дорогие зрители, участники, когда начальство, правительство, наши руководители вместе с нами купаются, это замечательно, прекрасно, это настоящая демократия и здоровый образ жизни. Поприветствуем. Дай Бог им доброго здоровья. Это вам не картошка с мясом есть. Так что давайте. Пока не поздно. У нас почти все время здесь прорубь готовы. Когда немножко затянулось, обратите внимание, вот здесь вот палочка есть. Раз, ей разогнал. Только будьте внимательны, когда тяжелый маджи. Вот так вот. Ну, пожалуйста, поприветствуем наших заслуженных моржей и моржих. Это наша дорогая ведущая преподаватель УЛГУ. Валентин Павлов, тренер, преподаватель, спортсменка, чемпионка, красавица. Проруби в воде. Все возрасты покорны, все молодые, все замечательно выглядят. В порядке. Молодцы! Самое главное, закаливание, уважаемые. После проруби в организм, тело, температура поднимается чуть ли не до 40 градусов. Тепло, эйфория прекрасная, адреналин выделяется в крови. Но долго на улице не надо находиться. Надо одеться скромненько и быстрее помещение. Я всегда беру пример закаливания от наших животных. Собачки, кошки долго не будут на улице. Они раз получили свою запас и бегом. Видите, прекрасно как. Так что подсоединяйтесь. На крещение для вас, дорогие жители, все будет готово. Под руководством Владимира Владимировича Пальцева мы, моржи, вам подготовим прорубь, ограждение, МЧС, милиции, полиции, скорую помощь пригласим. Только не надо, чтобы никаких ЧП, подойдите очень серьезно к этому вопросу. И никаких героизмов, похвасть не должно быть. Это дело интимное. Помолился, искупался, получил заряд, помянул родных и близких и за стол. Всех уважаемых поздравляем с наступающим Новым годом, чтобы у вас было счастье, здоровье, долгих лет жизни, счастье в детях. Никаких болезней, никакие неприятности, чтобы они все остались у нас в проруби, в воде. Нам брать. Глядь мы носа,
ирландцам не упали. И ирландцам фору дали. Тополи поболели замечательно. Вот так вот. Это вам не шутки. Дорогие мужчины, пожалуйста, подсоединяйтесь. После таких красавиц в водянку вместе с нашими моржами. Так что держитесь, настоящие моржи. Молодежь подрастает. Еще кое-кому надерут. Так, сейчас, секундочку. Давайте. Остальные, один из сильнейших участников. Чудес! Встречаем самую юную участницу нашего сегодняшнего праздника. Силы, здоровья, красоты, спорта! Ура! 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 Три! Три! За стойкость, мужество! От Нептуна, мои дорогие! И красоту! Это наше будущее! Будущее нашего спорта! Когда в России есть такое будущее, России непобедима! Ура! Одна из самых молодых врачей! Хороша Маша, но не ваша. А наша. Хороша Маша, она наша. Всем привет. Всем. Тоже очень много людей. И мы их приглашаем в присоединение. Но пока не хотят, как Белоруссии к России. Они тоже показывают прекрасные результаты. У них свой там батька Лукашенко есть. Вот наши чемпионки. По второму разу поприветствуем их. Одни из стареющих моржей. Ну и основных еще тоже много. Сейчас начнем купаться до самого 12-го. А можем и до завтрашнего дня, до 31-го. Надумайте искупаться, только аккуратнее, в трезвом состоянии. Вода любит, кто с алкоголем. Поэтому, чтобы не было никаких ЧП, никаких неприятностей, не трезвом состоянии, в больном плохом настроении, лучше в холодную воду не подходить. С водой надо разговаривать, любить ее. Она дает здоровье, забирает с нас весь негатив на долгие годы. Поприветствуем наших чемпионков. Ну кто еще? Вот видите как, не бегут греться, нырнули, бегут по снегу. Вы посмотрите, уважаемые зрители, участники, какой адреналин. Вода, она, конечно, в хорошем слове, как наркотик. Вот и искупались, уважаемые люди, и по второму, и по третьему раз. Но здесь нужна мера, как за праздничным столом. Нырнул разочек, два хватит, а переплавал можешь немножко себе навредить. А как, я не говорю. Это должен каждый на себе испробовать. С закаливанием надо очень осторожно, аккуратно. Участвовала в международных соревнованиях, переплывали в Волгу, занимается много лет, чувствует себя замечательно,
возраст омолаживающий молодой. Красавица, чемпионка, спортсменка, комсомолка. 16.05. Ура! Сколько? Светлана Ямщикова, 25 метров. Между прочим, начала в этом году, пришла, посмотрела, говорит, смогу я или не смогу. Владимир Иванович ей подсказал, как, что, чего, побыла с нами. И, пожалуйста, такие результаты феноменальные. Многие занимаются годами, а чтоб так быть, им слабо, а вам не слабо, дорогие зрители. Попробуйте. Результат на первый спортивный разряд. 30 секунд. 25 метров, замечательно. Кандидат в мастера спорта. Уважаемые, похлопали, поприветствовали нашего неизменного президента Владимира Владимировича Вальцева, руководителя физвоспитания Ульяновского государственного университета. Мы ему очень благодарны. Моржище. Поздравляем, Сергей, поздравляем. Самая главная медаль нашла своего героя. Здравствует красота, молодость, спорт и холодовое плавание. Ура! Уважаемый, один из лучших моржей Юра Волков плывет, не снимая валенок и меховых рукавиц. Прекрасный мужчина, терминатор. Ему многие моржи обязаны, он бензопилой, работает днем и ночью. Пожалуйста, обратите внимание, никакой боязни, все прекрасно, все нормально. Вот так вот. Это вам не шутки. Пришел и поплыл. Как будто все время находился в холодной воде. Пришел, увидел и победил. Поприветствуем участников нашего мероприятия. Молодцы. Так держать. Плывет на время тоже чемпион с Павлом Петровичем Зиминым, участвовали в международном заплыве. Спортивный мужчина, занимался тэквондо, победитель Ульяновской области, спортсмен и сейчас в форме. Хочет установить рекорд. Заявил 100 метров. Метров. 35 метров.
Александр, он и вас. Вот так проплыву и все. Считай. Вадим, как я тебя хорошо представил? Все молчу.
Короче, давайте заберем там, кому подходим. Снова у нас там лаки побросали, они тяжелые, прям вот неподъемные, просто побросали в реку. Лаки. Лаки, что у нас там? Там у нас конечки стоят. Все побросали вниз. Вот, это нормально. Меня, может быть, я даже в караул, а потом пошел на работу, а мы не идем даже сюда. Я даю на 300, офигеть, хватит. Сколько уже? Сколько? 200 метров 4,59. Шамиль, 200 метров 4,59. Плывет как шайтан. Как шайтан. Хватит! Вы уже будете толкнуты, разогреты. Подогрей, Паш, там сзади, подверни под него. Чтоб не мешаться, потом будем уж плавать. А здесь только вот пошли. И мне фотки, пожалуйста. Голос нет, понимаешь? Почти 8! Thank you.
50 метров. Я тебя и так люблю. Вернись в Соренто. Thank you.
идти так лучше. 175. Ларик, мы тебя и так все любим. Все. Ларик. Лара, хватит, умница. Ты чемпион чемпионов. Не угадаю. Дубль 10, да? Я сказала, вы не хотите, я их вывела.
где бы мы пошли? Один круг – это в кайф. В самый раз будет. Да, площадку тут надо.